Всем привет, дорогие друзья. Знакомимся с игрой Deep Rock сегодня. Deep Rock Galactic. Игра вышла относительно недавно. Игра кооперативная, онлайна нет. Игра с видом сверху. Автоматический шутер. То бишь стрельба все проходит автоматически. С большой прокачкой персонажей. 4 персонажа у нас гномообразных имеется. Вот, это первый взгляд. Я в игру не играл, видел пару раз ее на видео у людей, мне игра понравилась. Мы хотим ее пройти либо на стримах, либо на видео. Если будет хороший актив под этим видео, можем ее, конечно же, пройти. Также у нас день первых взглядов. Много видео сегодня выйдет, у нас около 10 видео. В районе того несколько игр у меня вот накопилось. Я хочу вам их все показать, вообще попробовать поиграть. Так что заходите на оглавление канала и смотрите, какая игра вам нравится. И... конечно же, оставляйте комментарии под той, которая именно вам зашла. Мы с вами ее будем проходить полностью. Пройти обучение, улучшить Deep Rock GK 2 до уровня 12. А, Deep Core. Собрать 200 единиц золота. Так, пока что у нас доступен только разведчик. Игра у меня на ультрах. Самый проворный среди дворфов. Ой, стоп, назад. Разведчик полагается на дальнобойное оружие и свою мобильность, чтобы быстро изучать и убегать от опасностей Коксеса. Надо пробовать всеми, да, будет играть. Также его показатели, здоровье, уклонение, крит урон. Так, хорошо. Скорость передвижения плюс максимальное здоровье 20, хорошо. Простой автомат, стреляющий очередями. Целится в ближайшего врага, носит урон кинетическое. Классик. Ой, как громко, тихо, подождите. Подождите громко. Ой, ля, классно как сделано, блин. А мышка вообще тут нужна в этой игре? Он сам бьет. Он сам все бьет. Так понимаю, тут какие-то ископаемые есть, с помощью которых можно будет прокачиваться, да? Ага, и вот эти вот голубенькие штучки мы должны собирать. Это опыт, я так понимаю, да. Вот снизу у нас идет полоса, это опыт. Теперь мы должны выбрать способность новую. Увеличивает уровень оружия. Плюс 25% урон. Обычная. Давайте редкое выберем, классно же. Так, нам нужно сейчас... ой, нам их задевать сильно нельзя, да? Я понял. Давайте, мужички. Так, надо нам добывать, наверное. Я не знаю, вот этот камень нам нужен, нет? Это, скорее всего, просто... ну, буриться сквозь стену можно, чтобы уйти от них, да? Вот так вот, хоп, мы их сейчас обманем. И вот сюда сразу идем добывать быстрее. Хорошо. Так, мы там не залутали голубенькие эти... бирюзовые штучки, да? Ой, смотрите, как много ресов. Ой-ой-ой, Санечка. Так, 15% урон, скорострельность. Скорострельность нам надо. Скорость перезарядки. Черт с ним пока что. Долго перезаряжается, да, на самом деле? Ай, хорошо. Ай, пошла жара. Хорошо, хорошо. Так, пробегаем вот здесь, пробегаем вот здесь. Лутаем быстренько, быстренько все слутываем. Уровень. Увеличивает урон оружия. Нет, на самом деле перезарядка нужная, слушайте, ребята. Можно еще обновить за 15 кристаллов, да? У нас их сейчас 0. Красных у нас 15, таких кристаллов 0. Не, перезаряжается он на самом деле долговато. Я что-то думал, что черт с ней перезарядкой, но... теперь понимаю, что надо. Так, в левом верхнем углу у нас есть мини-карта, я вижу. Тут что-то у нас есть. Рой приближается. Ё-моё. Я, походу, вызвал рой какой-то. Что делать-то? Жопа. Какой-то главарь, смотрите. Вымани элитное существо. Я ее убил? А, это не она была. Капец, какая габелла. Габелла, акапелла. Что делать-то? Новый уровень, хорошо. Так, новое оружие. Скорострельное оружие, которое стреляет в 4 стороны. Угу. Нюк 17. Жуков какой-то. Жуков или жуков? Криогенная граната. Граната, наносящая умеренный урон и замедляющая врагов. Наносит урон холод. Давайте новое оружие откроем, попробуем. В данную игрулю можно залипнуть часов на 10-15 вообще на изи. Легко прям. Легчайше. Ля, у нас дробовичок, реально. Снизу мы видим, перезарядка идет. Оп, перезарядка прошла, пошел урон. Хорошо, понял. Увеличивает уровень... оружие, 15% урон. Ага, получаемый опыт. Увеличивает получаемый опыт. Блин, опыт так-то надо бы, да? И урон-то хорошо.
Блин, опыт, опыт это хорошо, опыт, 20% опыт. Давайте опыт фиксим. Мне интересно, то, что мы сейчас прокачиваем, оно в следующем бою уже тоже будет у нас или нет? Быстрее, пожалуйста. Давай, дорогой, давай. Проходим. Так, мышку можно убрать, я все забываю, что тут. Все на авто у нас идет. Хорошо, что там мы опять добыли. Как тут опыт с них лутать, я вообще не знаю. Они так близко к нам идут, что капец. Так, нам нужно выманить какого-то элитного. А, вот он, наверное, идет, да, с черепом, смотрите. Вот нам его и нужно загасить. Задушить его надо, да? Так, прорубаемся тут. Блин, вроде такая простая игра, и графика такая приятная. Классненько вообще. О, какой-то роботик у нас тут появился. Эпическая, дает ощущение, что оружие стало симпатичнее. Увеличивает уровень оружия на 3. А зачем? Ну, главное, эпическая, а дает ощущение, что это оружие стало всего лишь симпатичнее, и все. А нацеливается на противника с наибольшим количеством ОЗ. А нам это не надо, зачем нам? Нам лучше сначала слабых добивать, у которых меньше ХП. Так, смени тип урона на электричество. О, давайте. Электричество, ля, током. Прикольно. Так, скорость копания, элементарный урон. Урон со времен для кислота, электричества и огонь, нифига себе. Давайте копание увеличим. Ой, смотрите, как быстро стал копать. Ну как, вот стену копаешь, не сказать, что сильно круто. У нас какая-то турелька появилась, ребята. Это, видимо, после убийства редкого... какого-то крипа, да? Ё-моё, как здесь быть-то? Доберитесь до десантной капсулы. Ё-моё, у меня время идет. Я не успею, да? Я уже не успел. Ну куда ты бьешь? А, все. Миссия провалена. Блин, я миссию провалил. Ой, надо еще внимание, значит, на какую-то капсулу обращать, получается. Слушайте, классно, вообще мне нравится. Прикольно, быстро, замечательно. Я бы даже по ней бы сделал бы огромный какой-то стрим, наверное. Если у меня один из подписчиков, кто готов со мной в нее играть, ребят, смотрите. Если актив под видосиком проявите, можем игру приобрести и затротить ее с вами на стримах, на видосах ли. Так, давайте сразу кристаллом, мы сейчас, пацаны, уже такие на опыте. А, пуха первого уровня, да? Все, вся прокачка у нас ушла. Критический урон. Да, надо до капсулы бежать, оказывается. А я что-то как-то пару видосиков пролистал и как-то даже не обратил внимания. Стримов ли? Потом какая-то капсула, не капсула, что к ней нужно бежать. Так, у нас тут все обычное. Урон, скорость перезарядки. Давайте скорость перезарядки. Всего лишь 3%, это совсем чуть-чуть. Да, слутывать бы еще вот эти вот бирюзовые штучки. Опа, хорошо. Так, давайте куда-то выкопаемся. Они сейчас все на нас побегут, нет. Так, максимальное здоровье давайте качаем. А где наше здоровье, кстати? Вообще отображено. Изображено, отображено. С нами турелька летает снова. Она, наверное, и была, я ее просто не замечал. Скорее всего. Так, ладно, прокапываемся. Блин, прикольно, карта большая. Мне кажется, мы дошли до края карты, когда нам надо было это... улетать уже. Ай, какой ты молодец, давай, умничка. Просто лутай все и уходим. Молодец. Красава. Красава, гномик, давай, тащи, брат. А вот снизу ХП у нас красная полоска, только сейчас увидел. Невнимательность какая-то присутствует. Так. Давайте попробуем такое оружие в 4 стороны. Опыта нормально, да, капает? Я бы вот эту оранжевую тему бы забрал, но я успею, нет? Успеваю, забрал, хорошо, залутал. Здесь мы сейчас быстренько прорубаемся. И валим нафиг от них.
Так, надо опыт, 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 опыт нужен, опыт, опыт, опыт. Фармим, 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 фармим. Фармим, фармим, фармим. Четыре стороны долбит. Вообще нормально, слушайте. Вот это пошел прогресс. Вот это чувствуется. Развалочка. Так, пошла, пошла жара. Блин, я все мышкой, все время мышку держу, волнуюсь. Нет, мышкой нужно прокачивать. Вот. Надо ее только убирать с экрана, чтобы она и вам не надоедала тут это. Не мельтешила и меня. Увеличивает бонус критического удара. Надо. Надо, крит нужен. Крит это важно. Так, а где тут самый звук-то редкий? А эти что, синенькие ходят? Что-то мы их нифига не дамажим. Слушайте. Убей элитную Мактеру. Вот она. Тварь какая. Тихо-тихо-тихо. Она какая-то быстрая. А как ее убивать? Он по ней не бьет. Или бьет? А, нет, бьет. Я думал, она то, что летит, нужно каким-то оружием, может, ее определенным хз. Да не, навряд ли. Слушайте, боссов вроде бы добавили, да? У нас был такой, теперь такой. Я просто слышал о том, что тут везде один и тот же босс. Увеличивает уровень оружия. Скорость перезарядки. Скорость перезарядки. Угу. Давайте вот эту скорость перезарядки прокачаем. И еще скорость перезарядки. Е-е-е. Сейчас вообще будет лупить нормально, ребята. Сейчас будет лупить как надо. Так, нам нужно капсулу будет, да? Выжидать сейчас. Сейчас мы его убьем и сразу нужно бежать к капсуле. Я просто боюсь, что я снова не успею. И это будет фигня полная. Так. Ладушки. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Замечательно, хорошо. Пол хп у нее меньше, чем пол хп. Уже 1/3 остается. 1/3. И... Так, все, слутываем быстро и валим. Расстрельность, давайте, качаем. Капсула внизу, внизу. А как мне туда попасть? Тут капец их сколько. Вот и упирайтесь там в стену, сейчас я вас там забагую. Ой-ой-ой-ой, Санечка, беги, Санечка, давай мы не успеем, Санечка. 13 секунд, да как так-то? Это же мало вообще. Но я бегал, как бы, время много, да, потратил. Да какой, какая прокачка-то? 1 секунда. Я успел. На последней секунде зашел, жесть. Блин, за 12 минут столько экшена произошло, как будто я уже в нее час играю, не знаю. Прикольно. А, редкая, шанс крита. А, скорострельность 25, скорость перезарядки 25. Ну, мы вот эту пуху, да, с вами качаем. Шанс крита, урон. Давайте урон от снарядов. Увеличивает шанс получить более высокую редкость. А, давайте крит. А все, что ли? Больше нельзя выбирать. Две, да, можно было? А вернуть нельзя их? Так, опасность. Разведчик. Классический. А, вот продолжить кнопка, да. Зачем я escape нажал, я не знаю. Так, выходим в новую вылазку. Уже с прокачанной более-менее пухой. То есть, если мы прошли уровень, то это уже будет с тобой всегда, да? Переносится это уже дело. Ну, если мы умрем, это же не значит, что у нас все сгорит. Нет, наверное. Не должно быть такого. Какие-то красные кристаллы лежат. Кристаллы залутать нельзя. Я так понимаю. На-на-на-на-на-на-на. Прокачка пошла. Ой-ой-ой, ребятки. Вы тут давайте так с нами не шутите. Мы шуточки не понимаем, да? Вот так вот делаем. Чик-чик. Подлутываем. Чик-чик. Чик-чик-чик. Опыт. Слутываем. Слутываем опыт. Опыт, 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 опыт. Вот так вот. Хорошо. Все, убегаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, я умер, походу. А нет, смотри, живем, живем. Толку по ним стрелять, блин. Так, что вот это за тема? Тут нужно стоять, да, чтобы ее захватить. Ой, это что было? Опыта дали много, смотрите. Подбор красного сахара увеличивает максимальное здоровье на 2. А, то есть вот эти красные кристаллы, что выпадают, это здоровье. Получаем при повышении уровня. Дает опыт при получении урона. Хм.
Блин, ну давайте хилку выберем. Наверное, да? И урон. Так, хорошо. Пошла жаришка. Идет впереди чувачок, у которого много здоровья, видите? И он таким образом танкует. То бишь мы не можем убить задних чуваков, хотя они убиваются легко вообще. Так, а где у нас красные кристаллы? У нас оранжевые. Мы просто опыт, да, фармим? Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Ломай, 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 ломай. Опа, все, отбегаем. Уходим. Отлично. Блин, а как сквозь такую ораву пробираться, я вообще без понятия. Я бы еще вот этот бы золотой бы залутал, но я так понял, что я его не залутаю, да? Там меня сейчас убьют, если я его буду лутать. Нет, уходим. Уходим, просто уходим. Это балдежная игрулька вообще. Я просто графоний увидел, думаю, блин, прикольно. Вроде такая и простая, и с виду, и интересная. То есть тут прокачки всякие есть. Оружие, доп. Оружие. Одного дворфа прокачал, гнома, да, потом другого начал качать. Прикольненько, классненько. Чувачки, отстаньте, не лезь ко мне, уйди от меня, жук навозный. Бум, я кого-то крутого завалил. Нормальное уровня, слушайте, получил тут так с него. Хорошо. Так, можно возвращаться, да, к старым местам, где мы бежали. И там фармить. Экспу, да, собирать. Вот нам чуть-чуть осталось, и у нас уровень, отлично. Так, скорость перезарядки надо, основной пухи. Потом вот эту четырех, которая в четыре стороны лупит, прокачали, а ту вообще не качаем. Сколько же вас здесь, а? Давайте дворфа моего не душите тут сильно, блин. Охренели совсем. Так, слушайте, нам сейчас нужно как-то проманить вот сюда, да, заманить. Элитная Мактера снова летающая, кстати, смотрите, одинаковая, да? Я обращаю внимание на боссов, одинаковые они или нет. Давайте опыта подформим. Мы тут капец наубивали с вами, пока я бежал. Я прям старался максимум убивать. Хорошо. Ай, как хорошо. Еще почти уровень. У нас уже имеется 12 левел с вами. Я так чую, потом будет очень тяжко все качаться. В основном надо будет с каких-то кристаллов, да, прокачиваться, ходить. Новый уровень снова. Скорость перезарядки. Снова к этой фигне, да? Урон вида кинетическая. 10% урон. Давай урона. Урона вкачиваем. Так, ну мы еще потихонечку убиваем. Получается, на мини-карте у нас еще каким-то ярким зеленым цветом отображены какие-то кристаллы, да? Тихонечко и убиваем, не торопясь. Потихонечку фармим, ходим. Не обязательно же ее сразу убивать, правильно? Можно же качнуть уровни себе. И перейти в следующий уровень более уже прокачанным чувачком. А будешь сильно торопиться, так и не убьешь потом никого. Ой, смотрите, фиолетовая лежит, мы кого-то загасили. Это фиолетовая, это больше опыта дает. Это какой-то X10, что ли, опыт. Может, X8, не знаю, чуть побольше, короче. Хорошо. Хорошо. Пришельцы становятся сильнее. Да не, это как? А тут, то есть, не получится долго фармить. Они все сильнее и сильнее будут становиться, да? Капсула у меня будет, когда я главаря убью, я до нее добраться не могу, капец. А капсула вот сюда, может, упадет? Или что это за штучка лежит? Это вроде что-то с лутом падало, мы с нее слутывали, да? Ну, становитесь сильнее, давайте, девочки, давайте, мать вашу. Я тоже вообще-то такой дворфик-то крутой. Я тоже становлюсь сильнее, между прочим. Как мне ее убить, блин, они закрывают ее. Часто. Как эти летят, эти бегут. Эти летят? Что происходит, ребята? Она меня не пропускает, этот камень. Жесть, какая жесть. О боже. О боже, дрожь по коже, я сейчас умру. Нет, не надо, пожалуйста, спасибо, не надо, спасибо. Все, я умер. Господи, это жестко. Миссия провалена. Я два раза уже миссию провалил, один раз только прошел. Вот у нас уровень вырос. Так, допустим, хорошо. А если я решу улучшение? Смотрите, у нас еще какие-то улучшения есть. Увеличивает ваш урон на 4%.
Скорострельность перезарядки 2%. Угу. Так, обмен минералов. Мы можем обменять минералы одни на другие, да? То есть мы прокачиваемся за минералы. У нас есть 4 зеленых минерала, мы видим, да, и 5 таких. Понял. Скорость перезарядки оружия на 2%. 2% это очень мало. Количество получаемого опыта. Нафиг он нужен? Так. Хорошо, ладно. Давайте прокачаем скорость перезарядки. И мы можем обменять минералы. А, мы можем, смотрите, продать минерал. У нас получаются деньги. И мы можем вот на такой обменять, да? И мы можем так взять еще скорость перезарядки, да, качнуть? Нет? У меня же есть 6 кристаллов. А, надо еще и 500 денег, чтобы было. Нифига себе. Это, конечно, интересно. Вот, 600 денег получилось. 600 денег, но 4 кристалла. Блин, у нас никак не получается, ребят. 5 кристаллов, да? Что-то я не понимаю, куда... Как-то деньги непонятно уходят. Так. Ладно. Как кость там качнуть? Я видел, что мы костяшку можем качнуть. Надо 2 кристаллика. А я, походу, зря туда-обратно меняю. У нас, наверное, деньги уходят из-за этого, да? Да, все, у меня все деньги ушли. Покупаешь за 400, а продаешь за 200. А, я дурак, я понял. Я понял, что я дурак. Так, ладно, хорошо. А где выбор гнома? Вот. Этот у нас 2 уровень. Если у нас будут другие, их тоже можно будет прокачивать. Дворфы. Дворфы. Вот. Классические. Пойдемте еще одну сгоняем. Интересно, блин, классно. Мне нравится. Смотрите, ребят, на оглавлении канала «Первые взгляды». Сегодня у нас день первых взглядов. У меня накопилось несколько игр. Около 10 в районе того. И я для вас сегодня записываю все эти игрульчики. Вот. Посматривайте игрульки, какие я там первые взгляды на записываю. Какая больше понравится, пишите там комментарий, ставьте лайк. В общем, на каких играх будет нормальный актив, те игры и будем снимать. Если даже будет 5 игр, будем все 5 снимать. Немножко. Видео у нас каждый день в 17 по Москве выходит, поэтому в принципе, я думаю, во все игры можно поиграть, успеть. Кто-то же там раз в неделю, раз в месяц выкладывает видосики, а у нас каждый день абсолютно. Так, давайте опыт формим потихоньку. Оп. Хорошо. Да, тяжеловато, тяжеловато на самом деле сейчас идет опыт. Так, броня, радиус сбора. Давайте радиус сбора побольше. Чтобы он у нас захватывал подальше, да? Вот опыта уже нафармили, смотрите. А, в каждом бою у тебя заново начинает уровень качаться. Мы не начинаем с 13 уровня там. Как-то так. Так, берем новое оружие. Давайте, наверное, вот это возьмем. Не будем брать 4 стороны. 4 стороны, да? Пока что душим вот этих маленьких типочков. Чувачочков. Бам-бам с дробовика. Туда их с двушки. Хорошо. Ой-ой-ой. А эти чувачки вот эти круглые бегают. Это как камни получаются. Они просто мешают тебе ходить. Когда тебе куда-то надо пройти. Так, надо еще стараться как бы стрелять по ним немножечко. И мы сейчас злим элитное существо, да? И когда оно разлится, оно на нас выйдет. А, урон, скорострельность. Давайте скорострельность качнем. Бам-бам. Ой-ой-ой, сколько опыта, смотрите. Смотрите, сколько опыта сыпет. А почему так много-то? Офигеть, а что такое? Я их всех убил, что ли? Опять уровень. Максимальное здоровье, урон. Давайте урон. Я не уйду отсюда, пока я это не залутаю. Тут много. Сразу уровень опять. Шанс крита. Хорошо, 12% это много. Криты нужны. А прикиньте еще с дробовичка крит. Все вот эти дробинки, это крит. Это жестко будет. Все. Мактера прилетела, вонючка. Вот она. У нас не так много жучков, мы их с вами нормально так надолбили. Я не ходил, не лутался.
Нам ее сейчас нужно загасить, наша цель. Номер один. Номер один. Так, снова уровень. Скорость передвижения давайте прокачаем. 4% немного, но скорость в этой игре тоже нужна, да? Хорошо, долбим Актеру, у него чуть-чуть уже остается. Давай, давай, гномик, давай, перезаряжай свою штучку. Хорошо, 30 секунд, побежали. Так, урон выбираем. Погнали. А, все, мы уже пришли. У нас еще целых 20 секунд остается. 18. Я думал, что придется еще 17 секунд стоять и ждать, пока она закроется. Думаю, как так, капец. Так, смотрите, теперь мы берем прокачку, которую мы переносим с собой на совсем, да, я так понимаю. Да, это ощущение, что оружие стало симпатичней. Это нельзя нам выбрать? А, у нас же точно от ресурсов зависит. То есть ресурсы, которые мы насобирали, мы потом еще за них прокачиваем. Мы можем тупо стоять, убивать и переходить на следующий уровень, но мы тогда прокачку не выберем после уровня. Я понял. Интересная игра. Интересно, ребята, прикольно. Графика такая, стилистика клевая. Вообще ничего не надо делать, 4 кнопочки нажимаешь и иногда мышкой. Вот. Смотрите, какие-то доспехи у нас справа вылазят, какие-то штуки, ачивки. Прикольно. В общем-то, ребята, ставьте лайк, пишите комментарии, нравится вам эта игра или не нравится. Можем поиграть в нее на стримах, либо попроходить на видосике. Я ее, возможно, буду проходить с подписчиком полностью, целиком и полностью. Вот. Так что всем пока-пока. Всем до скорого. Заходите на оглавление канала, смотрите первые взгляды. Обнял, приобнял, подбросил.